Всем добрый день. Предлагается девочка, йоркширский терьер, микро-микро крошечка. Девочка родилась 1 апреля. На сегодняшний день вес ее составляет 850 грамм. Девочка полностью привита. Документы клеймо, приучена к туалету. Маленькая-маленькая крошечка. Вот такая вот на ладошечку, вот в двух ладошечках она помещается, очень маленькая. Предлагается в семью строго без маленьких детей, дети должны быть взрослыми. Девочка очень маленькая, нежная, хрупкая, поэтому вы должны понимать, что с маленькими детками, ну, будет немножечко проблематично. Поэтому ищем только самую-самую замечательную семью, чтобы девочка была под присмотром, безопасности, с лучшей мамочкой. Было бы очень хорошо, если бы девочку всегда брали с собой, чтобы она не оставалась дома одна. Ну, так как любит любовь, ласку, заботу человека. Вот такая крошечка, прям маленькая-маленькая принцесска в поиске своей мамочки, самой лучшей ответственной семьи. Такое маленькое чудо. Девочка продается дорого, в семью без финансовых и других проблем. Вот такая крошечка. Я думаю, предположительно, будет килограммчик. Вот прям остановилась и больше не растет. Такая малышечка, маленькая-маленькая. Ушки стоят. Вот такие вот волосики красивые, красивый окрас. Маленькая, сладенькая девочка в поиске мамочек и бабочек. Вот такое чудо может жить с вами. Доставочка есть, напоминаю, в любую точку мира. Только захотите. Такая малышка ждет мамочку.